Курск приехала делегация из Севастополя. В преддверии летнего сезона гости из Крыма решили напомнить своим соотечественникам, какими сокровищами может похвастаться солнечный полуостров. Жители Крыма с нетерпением ждут гостей, тем более, что сами они пока не выездные. Путь в страны с визовым режимом им закрыт. Главный вопрос, который беспокоит любителей крымского отдыха – как добраться до полуострова? Субсидии для авиакомпании Черноземья не коснутся, но железнодорожный транспорт будет работать в прежнем режиме. Безопасность – это самое главное. И так как до этого все наши просьбы, вот буквально все, до самых несбыточных, были услышаны, поэтому я думаю, что поезда будут ходить безопасно. И летом этот поток будет достаточно востребован. И мы конкурентны и по ценам, и по качеству обслуживания, и по санаторно-курортному развитию. Поэтому я думаю, что мы наоборот можем конкурировать с российскими курортами именно спектром предоставляемых услуг и прежде всего ценами. Городу русских моряков есть чем похвастаться. Масштабные празднования Дня Победы, фестиваль военных оркестров, День военно-морского флота. Севастопольцы надеются, что желающих увидеть сокровища Крыма и в этом году будет немало.